Добрый день! Вас приветствует доктор Дэвид Хибер. Количество белка в организме всегда индивидуально и зависит от генов, питания и образа жизни. Белок – столь же распространенное вещество в организме, что и вода. Он присутствует в мышцах и органах, то есть в безжировой массе тела. Стройное тело сжигает 30 калорий на 1 килограмм, а тело с высоким содержанием жировой ткани – 6 калорий на килограмм. Безжировая масса тела является основным фактором при определении количества калорий, сжигаемых в состоянии покоя. У большинства людей оно составляет около 75% от общего числа калорий, сжигаемых за день. Для роста мышц и поддержания их в таком состоянии необходимы 2 грамма белка на 1 килограмм безжировой массы тела в день. Белки потребляются во время приемов пищи и после тренировки. Составьте план питания, чтобы достичь своей ежедневной индивидуальной цели по потреблению белка. В следующий раз я расскажу о вегетарианском питании. Оставайтесь с нами!